Для кого-то капля, а для кого-то шанс. Кровь для борющихся с онкологией детей сдают все, кто не мог остаться в стороне. Всего 20 минут времени, возможно, спасена чья-то жизнь. Приняли участие в акции благотворительного фонда и депутаты местного совета. Я по роду своей деятельности постоянно работаю с детьми, и я, к сожалению, вижу детей, у которых есть различные диагнозы, заболевания, сердце болит, и если моя капля крови сегодняшняя подарит жизнь хотя бы одному ребенку, я буду счастлива, значит, я живу не зря. Заполнил анкету, прошел осмотр врача и сел в донорское кресло Николай Кашников. Говорит, шанс на здоровую жизнь должен быть у каждого человека, кто борется с той или иной болезнью, особенно если речь идет о детях. Несмотря на современную медицину, полноценно заменить кровь сегодня невозможно. И если маленьким пациентам необходима помощь, которая борется за свою жизнь в виде донорской крови, которую мы можем сегодня сдать, конечно, мы не можем остаться в стороне. Ведь эта кровь действительно может быть надеждой на спасенную жизнь. Чтобы спасти маленькие жизни за несколько дней до сдачи крови, все доноры соблюдают специальную диету и особый режим дня. Отказались от вредных привычек. Акция «Капля крови» на территории Химкинского городского округа проходит во второй раз. На помощь маленьким жителям Московской области в этот раз пришли более 120 человек. Кто-то приходит уже повторно, я сейчас пообщалась с жителями. Они участвовали в первой акции, именно вот в этой, и пришли второй раз. Кто-то узнал от своих знакомых, кто-то через социальные сети. И это очень важно, что наши жители настолько откликаются и с такой готовностью приходят, чтобы поучаствовать. За несколько часов люди сдали почти 60 литров донорской крови. Этого объема хватит, чтобы спасти не одну жизнь.